Между спортом и искусством соревнования по фигурному катанию. Зимний кубок прошли в Иванове в минувшие выходные. Открывали программу девочки 5-6 лет. Для многих это первые серьезные состязания. Для Сони данная ледовая площадка уже стала родной. Девочка тренируется здесь 5 раз в неделю. Я занимаюсь год. У меня получается понемножку флажок. И я делаю пистолетик. Я мечтаю быть фигуристкой. В соревнованиях принимают участие 120 фигуристок от 5 до 13 лет. Спортсменки приехали из разных регионов России. Каждая, даже самая юная, мечтает стать первой. Получать первые места с медалями золотыми и стоять на первом месте, хоть почаще можно кататься на коньках. Безусловно, медалям предшествуют долгие изнурительные тренировки. Чем больше сложных элементов в программе, тем выше оценка жюри. Жюри оценивает по элементам. То есть у нас все элементы разные, и каждый элемент имеет свое значение и свое, как бы, свой результат. То есть если ребенок его выполняет, жюри ставит, соответственно, оценку и ставит плюсы, минусы. Соревнования «Зимний кубок» классификационные. Детям, которые справились с задачей и качественно откатали номер, присваиваются спортивные и юношеские разряды. Первые должны были продемонстрировать жюри короткую и произвольную программу, вторые – только произвольную. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.